Всем привет! С вами Йоми. Сегодня у нас понедельник, а значит, мы будем открывать пони. Я такой непредсказуемый, что сам не знаю, на что меня пробьет в следующий раз. Вот сегодня пробило на пони. Первой фигней будет мини-пони-баба. По поводу фигурок пони-баб могу сказать, что даже мне понравились эти фигурки. Хоть я и не являюсь фанатом пони и ни разу не смотрел мультик. Сперва достанем саму фигурку. Так, кобыла на свободе, а остались аксессуары. Из аксессуаров тут погнутый резиновый флажок. Уши на уши. Чего? Уши на уши? Зачем это? Чтоб ты спросил. Ты чё, живая, что ли? А то, живее всех живых. Давай, отдавай мне мои уши. Так, где тут у вас зеркальце? Также в наборе идут мега-резиновая сумка, конусы, коктейльчик, футбольный мяч и кубок. У меня разъезжаются ноги, мой друг. Так, чё-то мне уже не хочется открывать шарнирную лошадку. Вдруг она тоже живая? Первое, что выпало из упаковки, это вот эта розовая кака. Выпусти меня. Понедельник, день тяжелый, однозначно. Ой-ой-ой-ой. О, у тебя чё, тоже ноги разъезжаются? Нет, я просто пьяная. Запомните, самая худшая фигня – это живая фигня. С вами был Йоми. Берегитесь живой фигни. Пока!